человек оценить. Прошу совета, где купить саженцы вишневолочные, абрикосы, груши? Название сортов не ориентируюсь. Просто хочется, чтобы внукам было вкусно. Живу в Черногорке. Я почему написал? Черногорск это рядом, это 100 километров от меня. Когда-то на лошадях ездили, на телегах. Зима у нас малоснежная, это правда. Так, то, что брали в магазинах, садоводы. Я знаю в Абакане такой магазин. То не приживалось. По причине почти полного отсутствия корневой системы в красивой на вид упаковке. Я даже фильм снимал. Это такая дрянь. То отрастало ниже уровня прививки, а верх просто замер на 3 года. Это было сказано явно. Ребята, не связывайтесь даже с яблоней. Всего остального на свете нет. Груш колновидных нет, абрикосов, черешек, персиков нету. Вот. Ну, даже колоидное яблони тоже не связывайте. Скоро весна, уже переживаю. Ищу варианты, где купить саженцы. Опять Лысенко. В прошлом сезоне впервые делала прививки. Из 8 прижились и дали прирост по 62 прививки. Я этому рада. Ну что, учиться надо, гражданка Лысенко. С такой-то фамилией вам стыдно? Две со знаменитой фамилией. Давайте так, значит, железо, где рядом? Железо, без вариантов. Я попробовал эти самые, я рассказывал, что привозят на наши рынки. Стою, разговариваю с Тоторовым, последний из магикан, красный саженцы, настоящие плоды на этом, на фотографиях, стенд. Вот. Подъезжает машина. Такая, типа газели крытой на боку саженцы. Надо было видеть. Я достаю фотоаппарат, а он встроенный камеры. Они в 50 метрах. Направляю на них, стою. Остановились, стояли. Раз и уехали с рынка. Ну что, понятно, что. Почему уехали? 100% уверенности объясняю. Документов нет. Саженцы из южных краев, так, всякая дрянь, и поехали искать счастье на другой рынок. Вот и все. Увидим мою камеру. Вот, рыло в пуху. Железово. У него интересно, я сейчас не знаю, в какой степени. В прошлом году меня так удивило, говорит так, первые, это самое, саженец 1200, яблони, мощность 2 лет. Лучше сорта, там эти опорты. Вторая 1200. Это получается 2400, да? А третья, четвертая, пятая по 200. Нормально, нет? 1200. Сейчас не знаю, надо спрашивать его. Третья, четвертая, пятая по 200. Я взял, сложу, думаю, господи, я же помню арифметику со школы. У меня 5 была, 5 саженцев. Всего получается 3000, саженцев 5. Итого по 600. Это, блядь, дешевле, чем у этих, у мошенников. Представляете? То есть бери 5, и ты в это самое, у тебя 100 готовы. Ну, 3000, ну, больше на пьянки тратим, на застолье на новогоднее.